У меня в руках история болезни этой девочки. Рите 8 лет. И диагноз формулируется в истории болезни так. Шок первой и второй степени, обширная скальпированная рана бедра и голени, закрытый перелом и так далее. То есть даже по этим вот словам мы видим, что травма была достаточно тяжелой. Риточка, можно твою ножку посмотреть? Можно? У тебя уже теперь не очень болит? Не очень. Не очень, да? Дай мне посмотрим твою ножку. У тебя эта ножка прикрыта, да? Правая ножка прикрыта, потому что у тебя были пересадки кожи, да? Операции у тебя были, да, Риточка? Да. Ну, теперь расскажи нам сама, как же это все случилось? Я выбежала из-за кустов. Чуточку погромче, а то ничего не слышно. Я выбежала из-за кустов на дорогу и попала под машину. А ты не видела, как идет машина, да? Не видела. Потому что тебе кусты мешали увидеть, да? Да. И когда ты попала под машину, ты сознание потеряла или нет? Нет. А что же было дальше? Ты попала под машину. Какая машина была? Легковая или грузовая? Грузовая. Ну и что дальше было? Ну, потом они меня подняли, там в этой машине ехали два дяденьки. И подвезли в поликлинику. Прямо на этой же машине, которая тебя сбила? Да. Водитель машины, еще какой-то дядя взяли, тебя повезли, да? Ну, а потом? В поликлинику повезли. Ну, потом пришла моя бабушка, туда дедушка. Все меня сюда привезли на скорой помощи. Здесь тебе два раза делали пересадку кожи на ножку, чтобы закрыть рану, да? Я не знаю. Но операции делали тебе, да? Я не помню. Ты не помнишь ничего, да, больше? А как сейчас эта ножка? Поменьше болит? Поменьше. Поменьше. Риточка, это прямо возле твоего дома произошло? Да. А ты разве там раньше никогда не ходила? Разве ты не знала, что из этого куста могут выехать машины? А я выбежала случайно, потому что из дома, там рядом дом, из окна кто-то кидался нас. Кто-то вас кидался? Да. А кто? Кто-нибудь из ребят? Я не знаю, кто, я не поглядела. А что, там играли? Да, мы там играли. Кто-то кидался, и ты, чтобы убежать, побежала через куст? Да. А раньше ты там бегала? Бегала. Никогда машины не ездили? Ну, ездили там машины, редко там вообще-то ездят. Риточка, выздоравливай. Теперь будешь осторожной? Да. Выздоравливай.